Сегодня в Чебоксарах прошел обучающий семинар по реализации стратегии государственной национальной политики России. Поделиться опытом, обучить практикам диагностики и урегулирования межэтнических и межрелигиозных конфликтов приехали эксперты из Москвы. В Доме дружбы народов они собрали государственных и муниципальных служащих из Чувашии. А в вашей республике, вот что касается мониторинга, не просто нет замечаний, а наоборот, все достаточно четко работает. Срок, вот все поручения, которые через нас проходили, вот они вырабатываются, отрабатываются очень быстро и очень качественно. Знаю, что у вас там 36 объединений национальных и там более 150 национальностей в республике. По данным мониторинга здесь достаточно спокойный, очень такой комфортный фон межнациональных и межрелигиозных отношений. Качественный мониторинг территориальной ситуации, сети интернет, привлечение экспертов религиозных национальных объединений к решению различных общественных вопросов – это лишь часть профилактической работы. А самый действенный способ предупреждения межэтнических и религиозных конфликтов – воспитание в обществе искреннего уважения и интереса к национальным культурам и традициям. Эту задачу можно решить, лишь объединив усилия заинтересованных сторон. Впрочем, в таком деле равнодушных нет и быть не может. Все три основополагающих элемента общества – это власть, это гражданское общество в виде СОНКО и это бизнес. Вот эти три элемента должны быть очень плотно завязаны и скоординированы. Вот это уже задача власти – собирать их. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Спасибо большое.